сколько вы зарабатываете? Можете показать на пальцах. Давайте узнаем, сколько зарабатывают диагносты в Астане. А сколько вы? Я потише буду, то еще коллеги узнают, сколько вы зарабатываете. От 300 до 500. Сколько? А сколько раз в год вы летаете в отпуск? Один. Один раз стабильно, за границу? Да. И там прям... Ну, отдыхаем, по возможности, да. А на какой машине вы ездите? Там ведь Lexus есть, 300. Lexus? Да. Запомнили? На Лехе ездит. Сколько вы зарабатываете? Можете показать на пальцах, если не хотите светить. На пальцах? Ну... От 500. Примерно. А максимум сколько было, окей? Плюс полтора пальца. Ого! 1,5 миллиона тенге? Нет, плюс полтора пальца. С математикой плохо, так. Плюс полтора, 650 тысяч тенге? Ну, примерно. Ого. Сколько раз в год вы ездите отдыхать? Я не отдыхаю. Я должен просто отдохнуть. Я вообще не отдыхаю. Я только работаю. Все. А если бы была машина, то какую бы вы купили? Ну, у меня есть машина. Mercedes 203 спорткупе. Нихуя себе. Сколько вы зарабатываете? Ну, не знаю, мне кажется, немного. Ну, это просто коллеги все слышат. Достаточно много? 500. 500 тысяч тенге? А сколько раз в год вы едете в отпуск? Да, езжу. Куда? Боровой, в Алматы, в Киргизию. А налоговая знает?